В Донецке нет перебоев с подачей тепла, об этом нам сообщили в местной теплосети. Из-за 20-градусных морозов котельные работают в усиленном режиме. На случай аварий предусмотрено резервное оборудование, которое задействуют при необходимости. Также на предприятиях круглосуточно дежурят ремонтные бригады. Все котельные сейчас работают в штатном режиме, в зависимости от температуры наружного воздуха. Теплогенерирующее оборудование нагружено практически в номинальных режимах. Ну, в принципе, справляемся, температурный режим в квартирах обеспечиваем. Если появляются какие-то точечные обращения, жалобы, выходим, причины устраняем. Есть аварийные бригады, сейчас они сформированы как на тепловых районах территориально, в каждом районе, так и производственно-аварийная служба предприятия. Все дежурят круглые сутки, техника, люди –